3 человека погибли, 9 пострадало. В результате пожара погиб гражданин 90-го года рождения. Эксперты проанализировали данные по погибшим на пожарах с начала года. Жители просят обратить внимание на опасный мост. Мост очень ненадежный. Есть большая вероятность подскользнуться. Что их тревожит и как вышло, что на глазах журналистов едва не произошел несчастный случай. Схемы старые, но работают. 54-летний мужчина обналичил 315 тысяч рублей и собственноручно перевел на неизвестный счет всю сумму. Больше миллиона рублей альметьевцы отправили мошенникам всего за сутки. Прозрачный лес. В этом году, значит, будут опять закладываться пробные площади. Что произошло с деревьями и смогут ли они восстановиться? Это новости Юго-Востока. Здравствуйте. В студии Елена Золотарева. За полгода в Альметьевске на пожарах погибли 3 человека и 9 пострадали. Это статистика отдела надзорной деятельности. Если сравнивать с прошлым, пожаров стало меньше. 120 возгораний было в этом году. В 2023 196. Однако число погибших и тех, кто получил травмы, возросло. Тимур Туманов расскажет подробно. К сожалению, вот во всех пожарах замешан человек. Счет трагедиям в этом году открыли новогодние каникулы. В начале января рано утром загорелся в дом в селе Цусюганово. Наша съемочная группа выезжала на место происшествия, но найти непосредственных очевидцев не удалось. Даже ближайшие соседи не знали о произошедшем. В результате пожара погиб гражданин 90-го года рождения и пострадал его брат 91-го года рождения. Огнем были уничтожены деревянные перегородки, внутренние помещения, потолочные перекрытия. На общей площади 64 квадратных метра. Причиной пожара явилось неосторожное обращение при курении. В общей сложности с начала года в Альметьевском районе произошло 120 пожаров, в которых погибло 3 человека и 9 пострадало. В первом полугодии 23-го сотрудники МЧС зафиксировали 196 возгораний с двумя погибшими и двумя пострадавшими. Разницу в 76 случаев огнеборцы списывают на сократившееся число ландшафтных пожаров. В этом году холодный май и начало лета сыграли свою роль, потому что в подавляющем большинстве случаев, что в городе, что на природе, лидирует человеческий фактор. Но май как раз и выдался самым жарким месяцем для альметьевских пожарных. На него пришлось 2 смертельных случая. 18 мая на улице 8 марта в доме 4А загорелся балкон. Пострадала хозяйка квартиры. Вместе с дознавателями пожарной охраны мы попытались навестить женщину в больнице, но на тот момент ее состояние было критическим и поговорить не удалось. Вследствие отравления продуктами горения женщина, к сожалению, скончалась в больнице. Причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении. Также 23 мая произошел пожар в микрорайоне Урсала в частном доме, в результате которого погиб мужчина 59-го года рождения. Огнем была уничтожена кровля жилого дома и веранда по всей площади. Повреждены помещения кухни, зальные комнаты, спальная комната закоптилась. По данным альметьевской пожароохраны, самой частой причиной возгорания является все, что связано с электрикой и электрооборудованием. Второй по популярности фактор – неосторожное обращение с огнем. Сюда же идет и неосторожность при курении. Огнеборцы настоятельно рекомендуют гражданам сообщать о происшествиях. Номера все те же – 01, 101 и 112. Тимур Туманов, новости Юго-Востока. На парковке одного из фитнес-центров города сгорел самокат. Сообщение об этом поступило в службу 112 около 10 вечера. С огнем очевидцы справились самостоятельно с помощью внутреннего пожарного крана. Как сообщает служба УНД, от огня пострадал только самокат. В помещении повреждений нет. А в микрорайоне Петуховка загорелся склад старых покрышек. Склад с шинами сгорел полностью, никто не пострадал. На полях села Каськи Альметьевского района трактор задел ЛЭП и загорелся. Сообщение об этом поступило почти в полночь. При складывании сельхозоборудования задели электропровода, и в итоге трактор воспламенился. Как сообщает служба УНД, по прибытии на место пожарных огонь никому не угрожал. В итоге площадь пожара составила 22 квадратных метра. Трактор сгорел полностью, оборудование повреждено. В Альметьевске уберут пешеходный переход на перекрестке Балакина и Шевченко. Пешеходку перенесут в другое место. Началось с того, что горожане заметили, что светофор на перекрестке не работает. Причем зебра там – это единственный способ перейти улицу на 600-метровом отрезке между проспектом Строителей и домом 125 по улице Шевченко. Движение автомобилей на этом участке интенсивное, поэтому отсутствие регулировщика стало проблемой для пешеходов. Дорожные службы тем временем сообщили, что зебру перенесут в другое место
на перекресток Шевченко-Галеева. Лес в Альметьевском районе местами стал прозрачным. Причина – сезон размножения гусениц. Как говорят специалисты, в этом году местные леса пополнили насекомые из соседних районов. Лесничие уверены, что поводов для беспокойства нет. Подробно расскажет Маргарита Трегубенко. Лес в начале июля в Альметьевском районе выглядит прозрачным. Не заметить это не могли жители, которые выезжают сейчас в сезон за ягодами и травами. Сегодня ездили за ягодами и ужаснулись. В прошлом году деревья были красивыми, полны листьев, а в этом гусеницы все сожрали. Леса Акташского, Поташно-Полянского участковых лесничеств объедены. Это и березы, и липы, и дубы. Похоже, до руководства района дойдет, когда гусеницы в городе сожрут всю листву. Вчера были в лесу станции Кульшарипова, и этих гусениц там миллионы. Они съедают огромные деревья, такой шум стоит, они огромные и везде, заполонили все, на голову прям падают. Это не парный шелкопряд. Таких гусениц здесь много. В период активного размножения они поедают листья на деревьях. Любят сухую, жаркую погоду. Поэтому сейчас в активной фазе кажется, что лес прозрачный, потому что они съели большую часть листьев на деревьях. Но, по словам лесничих, смертельную опасность для леса они не несут. Эти насекомые поедают до 300 видов лиственных растений, но даже после полного обгладывания деревья восстанавливаются. В прошлом году была слабая степень поражения, и альметьевское лесничество обработало более 200 гектаров ручным способом – нефтеванием. В этом году, значит, будут опять закладываться пробные площади, проверять будем на эти закладки. По этим пробным площадям Рослесзащиты, Центр защиты леса будет производиться учет, обоснование. И при необходимости уже будут закладываться деньги на будущий год для опрыскивания. По словам руководителя альметьевского лесничества, проблема возникла из-за миграции непарного шелкопряда из соседних районов. На сегодняшний день проводится все необходимое для борьбы с вредителями. Санобработка для других насекомых и животных угрозы не несет. Маргарита Трегубенко, Антон Николаев, новости Юго-Востока. Водоем на каскаде прудов зарос тиной. Это заметили жители. В Департаменте развития и благоустройства сообщили, что причиной стала жаркая погода. С 1 июля сотрудники вручную очищают пруд от тины и мусора. Работы продлятся до полного очищения. Это сообщили в департаменте. Мост, по которому регулярно ходят воспитанники детсадов и ученики младших классов, может стать причиной трагедии. Этого боятся жители микрорайона Урсала. На пути у детей плохо закрепленные доски и шатающиеся перила, а внизу вода, заросли крапивы и другой травы. Во время работы съемочной группы чуть не произошел несчастный случай. Подробности у Елены Бауэр. Сейчас каникулы, но во время учебного года этот мост – часть дороги в школу, в том числе урсалинских первоклассников. Местные жители переживают, что шатающиеся доски однажды могут стать причиной несчастного случая. Один такой чуть не произошел на наших глазах. Мальчик упал с велосипеда, проезжая по мосту. Педаль застряла между трубой и доской. Самостоятельно вытащить велосипед у ребенка не получилось. По мосту ходят не только школьники, но и воспитанники детского сада. Его сотрудница согласилась поговорить со съемочной группой, но попросила сохранить анонимность. Оказалось, что в зависимости от времени года проблемы меняются. Родители, которые, например, вот дети ходят, также говорили, там темно, там траву не косят зимой, вот это, летом, зимой вот эту вот дорожку не чистят, особенно вот эта плохая наледь, которая там образуется, хотя бы там доски новые постелили, там даже досок нет. Самостоятельно перейти из точки А в точку Б разрешают детям не все мамы. Мост очень ненадежный. Есть большая вероятность подскользнуться. Ребенка надо обязательно держать за руку. Высота моста навскидку 3 метра. Внизу заросли крапивы, другой травы и вода. Этого набора хватит, чтобы ребенок при падении травмировался. Там, где были доски, осталось крепление. Жители микрорайона Урсала просят отремонтировать мост, сделать его безопасным. Мы обратились в пресс-службу главы за комментарием. Получили ответ, что они отправили запросы в ответственные службы. Вернемся к теме в следующих выпусках. Елена Бауэр, Антон Николаев, новости Юго-Востока. Это еще не все новости. Мы продолжим после короткой рекламы. И вот о чем расскажем далее. Схемы старые, но работают. Больше 1 000 000 рублей альметьевцы отправили мошенникам всего за сутки. В
В Альметьевске за сутки зарегистрировали сразу несколько фактов телефонного мошенничества. Сумма общего ущерба подходит к сотне миллионов рублей. Обычно такие показатели бывают только в годовых сводках правоохранителей. Стражи порядка уже давно бьют тревогу. Мошенничество доминирует над всеми прочими преступлениями в категории тяжких и особо тяжких. Только за сутки больше миллиона рублей собрали махинаторы с доверчивых горожан. За один день обманщики использовали весь арсенал уловок и преступных схем. В первом случае 19-летний парень сам нашел своих обидчиков. Он хотел вложиться в инвестиции, ценные бумаги, рынок недвижимости, криптовалюта. Набор того, на чем мечтают заработать, не вставая с дивана, может варьироваться, но суть всегда одна. Потерпевшие идут на запах бесплатного сыра. В общем, так и получилось. Очередной инвестор отдал мошенникам 700 тысяч рублей. Вторым в отдел полиции пришел 54-летний мужчина. Он рассказал, что ему позвонил якобы сотрудник банка и предложил перевести деньги на безопасный счет. 54-летний мужчина обналичил 315 тысяч рублей и собственноручно через банкомат перевел на неизвестный счет всю сумму. С его слов, он спасал свои деньги и перевел их на безопасный счет. Третьей за помощью в полицию обратилась 22-летняя девушка. Она планировала поездку из Альметьевска в Казань, зашла в приложение по поиску попутчиков и нашла подходящего водителя. Девушка попыталась забронировать место в машине, билет оказался дорогим. 50 тысяч рублей она отдала мошенникам. И четвертый потерпевший себя ждать не заставил. Мужчина пожелал разнообразить свой досуг и одинокий вечер скоротать в приятной компании. Недолго думая, зашел на первый попавшийся сайт. 38-летний мужчина попался на удочку мошенников при заказе интим-услуги. Тут все происходило по известной схеме. Сначала он перевел предоплату. Он оплатил страховку, а потом и вовсе выяснилось, что из-за него у так называемого агентства сломалась программа, которая принимает деньги у клиента. Испугавшись угроз, мужчина обратился в полицию. Пятой жертвой преступников стал 18-летний молодой человек. Он попался на уловку продлить тариф через госуслуги. Парень назвал неизвестному звонившему коды, поступившие в его мобильный телефон, и таким образом лишился 15 тысяч рублей. Шестой жертвой мошенников стала 21-летняя жительница города. Она рассказала полицейским, что ее обманным путем уговорили оформить кредит в размере 100 тысяч рублей и вложиться в инвестиции. По всем фактам проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Марина Юрьевна, Тимур Туманов, новости Юго-Востока. В Татарстане продолжается формирование нового военного батальона «Батыр». Часть новобранцев уже отправилась на боевое слаживание, но набор на контрактную службу продолжается. Миллион рублей обещают за заключение первого контракта. Раньше размер региональных выплат был около 200 тысяч рублей. К ним добавили еще 500 с лишним. Плюсом пошли поддержка от местных муниципалитетов и предприятий региона. Новинка распространяется на всех, кто заключит договор на территории Татарстана. Не иногородним, а иностранным кандидатам окажут помощь в получении гражданства. И для всех – медосмотры без очередей. Процедура приема новобранцев занимает от 1,5 до 3 часов. Человек приходит с утра к 8 часам, получает направление, больницу, проходит, все сдают анализы, затем проходит всех врачей ВВК, то есть военно-врачебную комиссию на первом этаже. Это все проходит за 3 часа, потом по результатам его анализов уже производится, то есть заключаем с ним контракт, если человек годен. А чтобы донести информацию до населения, рекрутеры выходят в самые посещаемые места города. Торговые центры, парки, скверы. Каждый будний день. На каждой точке они примерно по 1,5 часа. И у них есть примерный портрет идеального кандидата. Мужчина в возрасте от 18 до 55 лет, в идеале с армейским опытом. Люди могут не переживать за комплект, выданный Министерству обороны. Как бы один будет основной, второй запасной, как говорится. Комплект очень нормальный. Начинается вот, когда люди приходят, получают баул, с ними идет представитель, и каждому по размерам выдаются вещи, вещевое имущество. А что еще могут рассчитывать потенциальные военнослужащие, так это на обновленное обмундирование. Оно совершенствуется с каждой новой волной военнослужащих. Современные боевые действия требуют быстрой реакции со стороны поставщика. Ситуация на поле боя постоянно меняется. На первый план выходят средства оказания первой помощи. И индивидуальную аптечку тоже доработали. Внутри жгуты, ампулы с обезболивающим, кровоостанавливающий и перевязочный материал. Справки и документы собирают специалисты в течение 2 рабочих дней дистанционно. Раньше это занимало больше времени, а зарплата для контрактников в зоне СВО начисляется от Минобороны. Сумма от 210 тысяч рублей. Подробную информацию можно получить по телефону, указанному на экране. Тимур Туманов, новости Юго-Востока.
И расскажем о том, какие новости обсуждают в городах Юго-Востока. В Угульме ищут виновных в образовании свалки. На улицах Газинура Гафиатуллина и Карла Маркса обнаружили склад строительного мусора. После обращения горожан территорию обследовали инспекторы Юго-Восточного управления Минэкологии. Они выяснили, что мусор скопился после разбора сараев и гаражей. Свалка заняла участок в 1105 квадратных метров. 14-летний подросток из села Старая Письмянка спас пенсионерку во время пожара. Это случилось ночью. Юноша находился в соседнем крыле одноэтажного дома на двух хозяев. Примерно в полночь женщина стала звать на помощь. Юноша не испугался огня и вывел соседку из горящего дома. После вернулся, нашел документы пенсионерки и вынес их. В это время младший брат парня вызвал спасателей. В городах проходят выпускные. Студенты Лениногорского нефтяного техникума получили дипломы. В этом году заведение подготовило 286 специалистов. 50 из них – отличники. Всю жизнь хотел быть медиком и исполнил свою мечту. Это история медбрата из Лениногорского района. А с прошлого года он служит на передовой. На днях он приехал на родину на второй отпуск. И расскажем, какой будет погода в Альметьевске и в городах Юго-Востока в ближайшие сутки. В четверг, 4 июня, в Альметьевске будет жарко. Днем столбики термометров покажут 33 градуса, ночью плюс 17. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Жарко будет и в других городах Юго-Востока. В Азнакаево, Бавлах, Бугульме, Заинске и Лениногорске воздух прогреется до плюс 33 градусов. Ночью будет 15-17. Ветер юго-западный. Если не успели, посмотрите выпуск сначала. Заходите на наш сайт или на YouTube-канал. Там запись выгружается сразу после выхода в эфир. Пишите в комментариях вопросы, пожелания к новостям. Для нас важна обратная связь. И подписывайтесь на нас в соцсетях. Мы есть везде. На этом прощаюсь с вами. До скорого.